Всем привет! Меня зовут Оксана Костина, и в этом видеоролике я хочу рассказать свою собственную историю, как я попала в сетевой бизнес. Это было ровно 2 года назад. Как раз это было 20 числа января. И вот в один прекрасный день и ко мне пришло очень много спама. Я никогда в жизни не получала спама, а тут в один день мне пришел десятки спама. Я удаляла спам один за другим, даже не читаю, но какое-то вот одно сообщение, один спам мне привлек. И я пообщалась с женщиной. Она была достаточно искренней, и, в принципе, на показуху она не работала, отвечала на мне вопросы так, как они есть, так, как она их понимала, и я поняла, что компания мне достаточно известная, продукцией я ее пользуюсь, и, в принципе, мне нечего там было терять. Мне обещали обучение. И, в принципе, надо было всего затратить 2-3 часа на собственную работу. Но я имела 2-3 часа в день и могла спокойно работать, поэтому я легко согласилась. Обучение, да, мне обещали. Обучение я получила. И причем обучалась я фактически, наверное, на 24 часа в сутки полностью. Ученица была способная, я обучилась сразу. Спамилать вообще умела, прям превосходно умела, наверное, не знаю. Собирала команду вот с нуля полностью, причем достаточно быстро. Но на моих глазах вот эта вот команда, она с таким же легкостью, с такой же быстротой просто-напросто исчезала. Я заново брала эту команду, собирала с нуля. И с таким же рвением моя команда просто-напросто распадалась прям вот в ноль. Я собиралась третью, четвертую, пятую, пока я себя просто-напросто не остановила, сказала, что Оксана, проблема как раз не в спаме, проблема не во мне. У тебя нету знаний, каких-то нету знаний, чтобы удержать вот эту вот саму команду свою собственную. И я стала приставать своим лидерам, но помимо того, чтобы они могли мне дать образование именно спам, моему сожалению, мне не дали. Поэтому я стала искать на стороне и стала менять компанию одну за другой, третью, на четвертую, на пятую. И поняла одну простую вещь, что вне зависимости от маркетинга, от успеха тех или иных там участников, от крутых моих наставников, да, меня обучали только на одном спаму. И спамить я умела, спамила я хорошо и собирала команду тоже хорошо. Но она, так же, как и первые компании, распадалась очень легко. И полгода назад я просто-напросто остановила себя, сказала: Оксана, проблема не в тебе, проблема именно в тех знаниях, которые тебе именно не достает. Я решила пройти курсы платные, прошла их за вот эти вот полгода достаточно много, получила, собирала вот эти вот знания по крупицам именно без продвижения своего бизнеса, да, собираю по всем крупицам, по всем вот этим курсам. Причем курс, они не были настроены именно для сетевиков, они были настроены для линейных бизнесов, еще каких-то бизнесов, только не для сетевиков. Поэтому я вынуждена была адаптировать те образования, которые я получала, именно под сетевого. И на данный момент я развиваюсь сетевым бизнесом. На данный момент я составляю именно обучающие уроки
от тех знаний, которые я получила за полгода, для своих собственных партнеров. Именно для сетевиков. Не для бизнесменов, в общем, а именно для сетевиков. И я на сегодняшний день имею достаточно хорошее образование, имею достаточно хороший опыт, в том числе и спам, и сбора команды. Но на сегодняшний день я точно знаю, каким образом я становлю команду свою, и чтобы моя команда не просто была со мной, а чтобы она именно развивалась вместе со мной и получала те результаты, которые я 2 года назад не получала. То есть я дам им не только образование, но и буду с ними работать до тех пор, пока они не получат свои собственные результаты. Если вы до сих пор смотрите это видеоролик, значит, вам глубоко не безразлично развитие именно бизнеса через интернет. И вы точно знаете, что ни одна сетевая компания не даст то образование, которое вам надо, то я советую вам познакомиться со мной немножко поближе. Возможно, мы найдем общий язык, и вы станете моим партнером. Но хочу сказать сразу, что я не берусь обучать абсолютно всех партнеров. Мое собственное желание, но, к моему сожалению, недостаточно. Я обучаю только тех партнеров, кто хочет развиваться именно свой собственный бизнес. Когда мое желание и ваше желание совпадает, у нас обязательно получится результат. А с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.